Коллеги, соратники, съемку ведет телеканала 1, 2, 3, 4, 5, вышел тачек погулять, канал обо всем, друзья. Сегодня вашему вниманию хочу показать и рассказать про камеры Pathlander. Pathlander TLR камера, псевдо TLR камера, это Pathlander Brilliant. Выпускались камеры с 1932 года. Эти камеры были псевдо ТЛР. Такая градация у некоторых есть. Это ТЛР, но по одной простой причине. Объясню. Здесь два минуса у этих камер. Во-первых, верхний объектив видит видоискатель одно, а нижний объектив, если мы будем работать с зуммированием, с расстояниями, то пишет совсем другое. Это первое. И второе, так называемый параллакс существует в этих камерах. В дорогих камерах там существует специальное приспособление и механизмы, которые стараются убрать этот параллакс, то в этих, скажем, псевдо-ТЛР камерах недорогих. Они недорогие по сравнению с ролифлексами, с роликордами. Там целая куча камер, которые выпускалась, до 500 камер. Ролифлекс был родоначальником до 500 разных моделей. Вот. Ну, ранние камеры, вот это. Давайте посмотрим на нее. Здесь надо сказать, что это специально для Чехии, скорее всего, выпускалась эта камера. Написано латиницей, но слова можно разобрать. Ну, скажем так, славянские слова, ну почти русские. Вот. Это металлическая камера. Это бриллиант чуть попозже выпускался. Здесь уже, посмотрите, как выглядит. Объектив какой. Вот. И третья камера, она уже карболитовая. Здесь один недостаток. То, что объективы по-разному видят и пишут разные изображения, уже устранено. Здесь верхний и нижний объектив сопряжены шестеренкой. То есть то, что видит, по идее, то, что видит верхний объектив, то видит и нижний объектив. А я уже говорил, что камера Brilliant явилась родоначальником многих камер. В Советском Союзе также выпускали копии бриллиантов. Это Комсомолец, самая первая камера была. Потом любитель первый, любитель второй. И производные от этих бриллиантов, это уже был любитель 166-й, спутник. Да, спутник, серию камер тоже была переработкой камеры Brilliant. Напомню еще раз зрителям, что съемка велась для канала 1, 2, 3, 4, 5, вышел зайчик погулять. Канал обо всем, друзья. Подписывайтесь на этот канал, будьте на нем. Благодарность людям, которые подписались, смотрят и поддерживают канал. Берегите себя, своих близких, не болейте. И до новых встреч на канале. Лучше торговать, чем воевать. Мир, дружба, бабугам.